А снег-то все еще идет. А елочки и деревья-то очень жалко. Мы же их с любовью выращивали. А снег-то как скрипит. И поэтому мой муж, мой Вовочка, немножечко стряхивает снег. Ветки прямо прогибаются. Снег, видимо, еще и мокрый. Поэтому так вот. Ага. Все отряхаем. Жалко просто, когда совсем ветки погнутся и поломаются. Эти елочки мы выращивали много-много лет. Им вот 18. А покупали их, они были 10 сантиметров высотой. Это разновидность туи. Мы их подстригаем такими вот колоннами. Нам они очень нравятся. А снег идет, идет и идет. Давно, конечно, не было такого снега. Я помню, в том году Рождество было. Мы грилили на улице. Были наши друзья. И мы были одеты в футболки, ну, сверху накинули кофточки. В Рождество. Так тепло было. А теперь вот снег. И снег прибавил нам работы. Посмотрим, конечно, сколько будет завтра. Может быть, надо будет и разгребать дорожки. Вот. Любовь к природе. Метем елки. Ой, красота. Воздух необыкновенный. Я под зонтиком стою. Слышите, снег идет. Ой, красота. Видите? Огонечки у соседей на окне. В преддверии Рождества. Хочу показать, кого Ромео. Сидит. Ромео, ты не замерз? Опять перепрыгнул через забор и сидишь в снегу. Ромео, солнышко золотой. Это же хаски. Радуются снегу. И я тоже радуюсь. Тоже из той же породы. С Урала. Так. Машина стоит под карпортом, но снежок все равно насыпал. Все должно быть чистым, без снега. Завтра утром на работу. Еще два рабочих дня. Понедельник, вторник. И Вовочка мой пойдет в отпуск. Аж до 6 января. Вот такой длинный, замечательный отпуск будет. Потопаем, похлопаем. Аккуратненько, чтобы не подскользнуться. Так. Понаблюдаем дальше. Понаблюдаем дальше. Муж в гараже. Надо еще обязательно стряхнуть снег вот с этих вот трех елочек. Их зовут Наф-Наф, Ниф-Ниф, Нуф-Нуф. Так мы их назвали. Наши три елки. Ну все в снегу. Ну все в снегу. Ну, давненько. Залежалась лопата, конечно, в гараже. Давненько этим не занимались. Аккуратненько, Заюшка.
Это рододендрон. Он остается всю зиму зеленым, и у него уже почечки, которые на следующий год будут цветочками, будут цвести. А это называется лорбер. Лорбер – лавровый лист. Он несъедобный, декоративный. Тоже всю зиму он стоит зеленым. Папа его с любовью обметает. Ну, вот так вот, на свежем воздухе, вечером. У нас время около 5 вечера. Уже темнеет. Надо немножко снег убрать. Ой, снег хрустит. Батюшки, я запутала в бельевых веревках. Недавно еще белье сушили. Ну что, труженик работает. Ой, я запуталась в зонтике. Хорошо. Папочка, скажи чузи. И я ухожу по делам. Чузи. Чузи.